приезду гостей прямо посреди улицы был накрыт стол. Еще при первой встрече с депутатом Анатолием Бугаевым местные жители пообещали, если власти выполнят их просьбу, они организуют застолье. Уже в июне на улице Пролетарской начались работы. Спустя несколько месяцев в домах появилась вода. Жители обращались и к администрации города, и к губернатору, и ко мне как депутату. И вот в результате совместными усилиями мы все-таки вот этот вопрос решили. Я очень благодарен подрядной организации. Практически они провели этот водопровод за 3 месяца. За эти 5-6 лет, с помощью городской администрации, областной администрации, вот, с помощью Анатолия Петровича Бугаева, нашего депутата, удалось проложить водопроводы более чем на 20 улицах. Вот эта улица, эти последние 1,5 километра, последние. И сегодня, по сути дела, все в поселке, больше улиц, где нет центрального водопровода, нет. Каждое утро в семье Тарасовых начиналось с похода за водой к колодцу. И так 30 лет. А вот неделю назад, хвалится Александр Федорович, у них началась новая жизнь. Чистая артезианская вода теперь прямо под боком. Хоть стирай, хоть вари щи. Тем более идет через фильтры, вот, и так далее. Что там нужно? Вот за это спасибо, действительно. Мы ждали с женой, знаете, сколько лет? Хозяйка рада и того больше. Ставя на плиту чайник, хвалится, что уже купила стиральную машинку. Как-никак, в доме скоро появится ванная комната. Спасибо вам большое. Праздникова Матрена Спиридоновна. Некоторые жители Пролетарской ждали прокладки водопровода без преувеличения целое столетие. Растили детей и внуков. Многие уже не смогли самостоятельно прийти на праздник. За них, старейших и почетных жителей Пролетарской, благодарности получали родные. Но, конечно, главная благодарность адресовалась властям и строительной компании «БКТ-Строй». В знак признательности гостям поднесли не только традиционный в таких случаях каравай, но и долгожданную в этих краях водопроводную воду. Елена Бочкарева, Евгений Седачев. События, Брянск.